Всем привет, с вами Фоксон, и сегодня я начну с репортажа вот с такого вот действия. Я сейчас возьму себе ускоритель опыта. Все, он у меня работает. Ну и буду все теперь собирать и получать. Так, посмотрю, что тут мне готовит фарм. Ага, посмотрите. Ну интересно, сработает? Бонус здесь или не сработает? Нет, ну, давайте я проверю. Нет, что-то бонус не сработал. Так, что тут у нас сегодня есть? Ну что, посади штуку жут. Ого, ничего себе сколько. Посади ягодные кусты, выставь товар на продажу. Ну, это я быстренько сделаю. Значит, я сейчас хочу другое сделать. У меня в городе сейчас собралось очень много посетителей. И хочу от них получить дополнительные бонусы. Сколько их там собралось в гостинице? Все вроде, да? Так, сейчас посмотрю еще здесь посетители. Кстати, если разбудить всех этих животных, то тоже получаешь дополнительный бонус. Что я сделала? Ну ладно. Я хотела всех разбудить. Ну, небольшой бонус, но все равно. Он мне не помешает. Так, еще кто-то остался. Все. А, вот еще закусочная, вижу, есть вот. Так, и смотрю. Так, а, все, все прекрасно. Ну, теперь поотправляю тут некоторых. Так, вот этот ускоритель действует недолго, поэтому сейчас постараюсь отправлять в те, которые быстрее всего обслуживаются. Вот смотрите, всего 3 часа действует, да? Поэтому гостинице просто нет смысла запускать, там намного дольше все обслуживается. Это там почти 5 часов. Ну, вот эти вот, которые короткие, тут успею обслужить. И знаю, только они нужные товары у меня забирают. Идет у меня работа везде, вот пляжное кафе, видите, оно недолго. Так, я проверю, да, все, всех я обслужила. Так, я соберу урожай. И что там нужно, посадить кунжут, да?
чем вот эти события не очень хороши, ты начинаешь выращивать то, что тебе особо и не нужно. Знаете, за это все еще мне дали дополнительный опыт. Так, где тут кунжут у нас? Все, вот я выполнила. Далее, так, теперь я пойду посмотрю, что у меня в долине. Сейчас посмотрим, сколько мне здесь сейчас выпадет. Хорошо. Так, надо дать животных. Так, что тут для дополнительного? Поймать рыбу, посадить тростник. И ящики. Вот ящики, смотрите, на пароходе. Хорошо. Так, что я тут сегодня выполнила? Ну, что в этом ящике? Понятно. Так, где здесь есть звери, которые я могу собрать? Так, ну я вот четко вижу вот слона одного. Значит, давайте я поеду сюда, сейчас посмотрю. Да, вот как раз синих у меня мало, всех остальных у меня хватает. Что там впереди? Жираф, но я до него не смогу доехать, не успею. Так, ну я все равно еду в эту сторону. Видите, нужно ехать назад, поэтому я не буду это задание брать. Так, значит, ну возвращаюсь в город. Так, ну и пока у меня работает ускоритель, вот это надо собрать все, что у меня здесь произвелось. Так, значит, давайте я запущу вот белок, потому что я видела, что у меня забрали кунжут, ну точнее это арахис. Так, и надо запустить чего, потому что у меня позабирали, вот я видела воск. Ну ладно, я сделаю еще один про запас, а потом... Так, вот у меня здесь собралось. Так, что я могу сделать? Могу я сделать? Могу. И давайте я сделаю их, так, этих 15, этих 31, этих... Нет, давайте я все-таки вот этих сделаю. Потому что этих у меня мало. Золото надо будет где-то еще насобирать. Так. Что у меня со свечами сразу проверю. Особенно в городе посетители такие, что могут в любой момент все забрать. Так, ну я сразу запускаю делать себе пасту, потому что здесь 100% у меня все потратится. Давайте я проверю. Вот сразу раз, два. 3. А, смотрите, не все, я тут уже, получается, почти все сделала, да? Давайте проверим, что здесь. Здесь все нормально. Букеты, так, эти есть, есть, есть. Вот это я видела.
меня забрали. Так, и давайте наконец-то чай. Я тут уже сажала чай и вроде у меня его сейчас много. Да, видите, чая у меня еще надо делать очень-очень много. Так, проверим на всякий случай, что здесь у меня. Здесь у меня все есть. Так, тут где-то какой-то ящик. Жаль. Бутерброды. Я видела, что у меня вот такой забрали. Ну и проверим. Так, вот сразу. Посетители города, они постоянно что-то забирают, а вот надо проверить с бутербродами. Как-то давно у меня их не забирали, и не надо сейчас. Так, проверю, что здесь с салатами. Ну что, давайте запущу вот сразу, раз так, ну, вот что я еще хотела сделать. Все, здесь у меня полностью эти заполнены. И что здесь? А здесь, кажется, все нормально, ничего не надо делать, да. Посмотрю, что с этими. Удивительно. Так, хорошо. Так, и вот я смотрю. Так, давайте посмотрю с этими соусами. У меня сейчас есть и лук, и помидоры. Сейчас как раз событие, что лук и помидоры 3 единицы производится. Так, вот тут я уже подумаю, может вообще ничего делать не буду. Запущу, может, только одну шоколадку для начала. Но она долго делается, вот что. Ладно, пусть делается. Так, ну здесь я уже все проверила, значит, приходим сюда. Проверяю сразу, что здесь. Ну, какой точно мне надо делать будет, это вот. Вот. У меня еще как раз рисовая лапша 3 штучки. Вот единственное, видите, у меня закончились яйца. Ну и вот, да, здесь я все сделала. Кофе, я надеюсь, у меня нет. Это в городе, я даже не заметила, как его забрали у меня. Да, так что, видите, здесь немножко пришлось добавить. Так, варенье. Вот у меня клубничное, я точно знаю, закончилось. Так, давайте посмотрю эти 12, винограда 12. Вот еще один апельсиновый сделаю, будет про запас. И уже сюда. Мороженое вот здесь, да, у меня надо очень много всего еще делать. Так, вот видите, вот делаю вот эти и перехожу к кофейне. Вот сразу я делаю сливки, видите, их у меня осталось совсем чуть-чуть. И что с соками? Ну, по-моему, здесь у меня все соки есть. Ну, давайте вот так вот запущу просто для интереса. И так, тут я не буду делать. Ну, я вижу, что мне надо где-то яйца собрать, купить в магазине. Так, давайте я соберу пока какао. Здесь продает. Ну все, пока хватит. Семнадцать девять. Лишнего здесь у меня сахара много. Так, и что тут? Давайте проверю так вот, на всякий случай.
Как, что делать? Ну ладно, давайте я запущу, пока идет дополнительный опыт пока. Ну, все равно это слишком много. Так, проверяем на всякий случай. Вроде я уже все это установила. Значит, пока делаю хлопок. И а вот тут вот мне нужно этим, даже не хватает. Все, вот так пока оставляем. Так, давайте смотреть, что здесь. Здесь мне тоже нужно много чего сделать. Так что опять закончились яйца, да? Ну, так, ну это сейчас, наверное, ладно, я потом соберу. Проверю, что здесь. Ну, тут вот, вроде здесь я все уже восстановила, все запасы. Все, и обычный попкорн запускаю. Так, раз уже так пошло, я сейчас соберу здесь яйца. Ой, что-то у меня даже тут пока перепомнилось. Это в городе посетители мне надавали всяких призов, которые нужны, не нужны. Ну, давай проверим, посмотрим. И что я хочу? Так, значит, куриный корм надо запустить. Буду сейчас все, что дополнительный опыт дает, делать так. Здесь у меня нужно вот добавить. Теперь смотрим. Ой, да, так я лучше вот эту сделаю. Все, здесь у меня загружено. Значит, что еще дополнительный опыт дает у меня, конечно же, вот еще питомцы. И вы сами можете понять, что я сейчас буду сеять. Конечно же, морковку. Все, давайте так. И значит, я полностью здесь вот сейчас засею морковкой. Ну и смотрите, надо мне еще кукурузу тоже немножко добавить, заканчивается. Ну, вот так вот. И так, ну и тогда на сегодня я с вами на этом прощаюсь.